у нас будет комплекс неполноценности в сравнении там, с тем, что возможно, и с тем, что, в принципе, способно в одну жизнь, в один мозг, в одно, как бы сказать, жизненное пространство попасть. Но для реализации самого себя, и это важно, это-то имеет значение. У нас теперь как раз, наоборот, избыточная возможность. Мы невероятное количество возможностей. И это просто повернуть в голове. Недостаточность – нормально, но для того, чтобы вы состоялись, чтобы у вас все получилось, у вас куча возможностей. Только вы должны делать, знать зачем, почему, и ощущать, что это для вас по-настоящему важно.